Среди традиционно знаковых мероприятий Дня Республики – фестивали «Родники России» и «Русь-мастеровая» – выставка «Регионы сотрудничества без границ». Последняя, кстати, поменяла свое привычное месторасположение и открылась на Красной площади Чебоксар. Улицы промышленные, строительные, науки и образования, здравоохранение. Изменилось не только место, но и формат проведения юбилейной 25-й выставки. Площадки оформлены в виде улиц по различным отраслям. Здесь представлено 66 организаций Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев обошел каждый из презентационных шатров. В течение 2 дней предприятия отраслевой выставки знакомят посетителей с продукцией и услугами. Гамаки, качели, игровая зона – это лишь небольшая часть места для отдыха, которую представила инвестиционно-строительная компания «Искоче». В планах построить песочный бассейн, беседку с скалодром, башню, всего 6 зон отдыха для детей и взрослых. Разработкой проекта занимались московские архитекторы. Готовую площадку застройщик установит в новом городе. Мы его будем открывать в новом городе уже ко дню города. Мы концептуально подходим так, что новый город – это уникальный район, и он достоин самого лучшего. Поэтому это лицо нового города, это будущее. Показать свои достижения, установить деловые контакты, а в первую очередь организовать прямой диалог с покупателями. Такую возможность представляет отраслевая выставка предприятий. Касаясь продукции промышленного комплекса, строительного комплекса, агропромышленного комплекса, все представлено. Есть новые товары, новые изделия, которые в ближайшей среднесрочной, долгосрочной перспективе могут продавать на экспорт. Это очень важно. То есть есть отдельные сложности по отдельным предприятиям, но если в целом взять, экономика развивается, есть идеи, отдельные идеи в разработках, еще несколько проектов будет реализовано. Я в этом убедился. Ирина Николаева, Игорь Ульянов.